Доброе утро! Сегодня на завтрак мы приготовим блюдо, которое насытит вас надолго. Фаршированный кабачок-лодочка. Для этого нам понадобится молодой кабачок, 150 граммов куриного фарша, пучок петрушки, немного арахиса, зубчик чеснока, соль, перец и прованские травы. Разрезаем кабачок пополам и аккуратно удаляем сердцевину. В 100 граммах кабачка 30% дневной нормы витамина С, антиоксиданта, который предупреждает преждевременное старение, благотворно влияет на кожу, кровеносные сосуды и другие органы и ткани. Мякоть кабачка нарезаем небольшими кубиками. Также измельчаем петрушку, чеснок и арахис. Берем глубокую миску, добавляем туда куриный фарш, нарезанную мякоть кабачка, петрушку, чеснок, 1 чайную ложку прованских трав, щепотку перца, щепотку соли и измельченный арахис. Хорошенько все перемешиваем. Полученной массой заполняем 2 половинки кабачка и отправляем их в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 40 минут. Готовые лодочки нарезаем на порции и подаем к столу. У нас получился очень вкусный и полезный завтрак. Вкусный завтрак – отдельный праздник для жизни. Приятного аппетита!